Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. На вопросы, как отличить у арбуза мужской цветок от женского, я пришла, чтобы показать вам, чем они отличаются. Уже сразу в зародыше видно, что вот это мужской цветок, а вот это закладывается женский цветок. Мужской цветок, он проще, он без завязи, просто цветочек. На женском цветке уже есть, как, зачаток завязи. Но если вы видите вот такой маленький арбузик с цветком, это не значит, что он будет, здесь будет арбуз. Если вы его не опылите, или если пчелы или муравьи его не опылят, он отцветет, засохнет, пожелтеет и отваливается. Женских цветов намного меньше на арбузе. В первую очередь начинают цвести мужские. Вот мужской, вот мужской. Вот это вот уже женский один образовался. Но мужских может быть на полноценном кусте 400-600 цветов. Они зацветают, засыхают, отцветают, засыхают. А женских всего от 15 до 60. Это в зависимости от сорта. У мелкоплодных побольше, у крупноплодных цветов, конечно, женских цветов меньше. Потому что каждый арбуз может выносить, ну, крупноплодный, например, 8, ой, мелкоплодный 8, а крупноплодный 2-4. Поэтому и распределяется количество цветов в зависимости от сорта. Сорт маленький, мелкий, если арбуз, то цветов много. Вот этот женский цветок, как только появится, он появляется позже. Сначала зацветают мужские цветы первую неделю. И только на второй неделе, вот пока этот куст растет, цветут мужские цветы, цветут. И тут вот раз, появился первый женский цветок. Как только женский цветок появляется, от периода зацветания женского цветка зависит срок вегетационный растения. Вот он появился, все, если он опылится, значит, через 50 дней у вас уже будут готовые арбузы. Изучайте особенности выращивания арбуза. Внимательно присматривайтесь к женским, к мужским цветкам. Караульте, когда зацветают женские цветки, потому что опылять их можно только на первый, второй день. Приходите, опыляйте. Про опыление, про процесс опыления есть отдельный видеоролик. Изучайте характеристики арбуза, и тогда у вас всегда осенью, каждую осень на столе будут вкусные, собственноручно выращенные арбузы. До свидания. Вот женский цветок, возможно, будущий арбуз. Сегодня я его опылила, теперь буду наблюдать, увеличится он или нет в размере.